Сегодня у нас 13 августа 2015 года. Это вот брата Виктора наш Савченко дом. Вот, это Потеряевка у нас. Вон он. Идет наш брат с лестницей. Вот брат ему Никита помогает тоже. А там он Игнатий Иванович идет тоже с велосипедом. Мы с Игнатием Ильичем сделали лестницу, чтобы Виктор мог подниматься на крышу безбоязненно. Заниматься трубою для печки. Вот брат Сергей Попков. Траву выдирает тоже, сорняки всякие. А вот у них идет сопровождение. Теленочек. Красивенький. Оператор Владимир Пащенко. Россия, Алтайский край, Потеряевка. Брат, я захожу справа, а ты туда проходи дальше. Вот туда вот. Вот туда, к нему. Сережа, пятьте. Сережик, пятьте. Вот туда, да. Чтобы подать на крышу ровно. Крапиву не пятьте. Туда дальше. Во. А теперь, Сережа, помоги им поднять на эту крышу. А потом Виктор там залезет и ему поможет. Так, я перехватываюсь. Ну, маленько в сторонку от окна. Окно аккуратно, да. Вот, давай. Никита, опускай свой край. Опускай ниже. Спай. Никита, вперед иди. Иди вперед, поднимай. Еще ты стоишь. Повыше, давай. Поднимай выше. Выше. Вот так. Все, Виктор, лезь надо. Вот сейчас вот это. Опа, надо еще, наверное. Ну, он сейчас захватит. У него лестница там. Ага. Ну, сейчас по лестнице будем подавать туда. А он потихоньку по шиферинке доберется до туда. Мы будем подвигать, лестницу держать. Он по лестнице. Все, настраивай на шифер. Подальше. Еще на одно ребро. О, все. Вот это все давай сейчас. Регулируй. Так, теперь как тебе подняться? Подать тебе лестницу, наверное, надо. Ну да. Еще. Бери вот эту лестницу. Ага, братья, сейчас. Вот эту вот лестницу можешь взять, Витя. Подожди, Витя! Подожди. Ага. Подержишь? Я держу, да. А он дальше потянет сам ее один утащит. Сейчас лестницу возьмет. Держи. Ты прямо напротив ее поставь. И на крышу вскарабкайся на конек. Давай, толкай. Никита, перехватись, ага. Конек залазь и потянешь. А здесь осы. Давай. Осы, говорит. Ну что осы-то? Ну осы, будешь, конечно, как королева без заколовки. Ну, с осами как бороться? Мы знаем, как. Только не огнем, а кипятком. Сергей, может, залезешь туда им? А, ты не залезешь уже. Он сейчас залезет оттуда и потянет ее. И постепенно так в трубе ее переведет. Видите как? Ну как, ему поди веревку с крючком надо. Залазь туда на конек. Да, но я. Залазь здесь... на конек, целиком, садись верхом на конек. Я не достану до него, до нее.
Надо было вам вдвоем подниматься. Так, все, тащи теперь на себя. Еще поднять тебе, да? Все, все, он потянул. Не достает. Давай. Не достает, еще надо к нему. Давай. Там шифер упирается. Нет, надо, надо, чтобы кто-то сюда залез. Давай. И приподнял. Ну как залезет-то, у лестницы-то нету. Ну. Ну давай еще маленько, ты сбоку с лестницы. Я думал, ты с этой рядом полезешь, и у тебя не так получилось. Я сказал, быть с этой стороны, и рукой ты подтягивал бы. Ну а ты ушел на ту сторону, и ничего нету. Я не достану здесь. Вы как-то по-своему все выворачиваете, вот не по-моему. Он далеко. Да с этой стороны то место бы недалеко, с этой-то стороны крыши-то. Я сказал, лестницу ставь ближе. Так он скатится, и как он? Не надо рассуждать, надо выполнять. По такому ничего нету. Он скатится, да ему не надо залазить, он с лестницы уже подправил бы ее, затащил. Вы как-то вперед прям боитесь глянуть, что будет. Мне почему-то надо все время какие-то поправки вносить в свои собственные планы. Вот теперь он только возвращается к тому, что я говорил вначале. Но сначала вы просто попуркаетесь. Вы сказали вначале, потом сказали лезть на конек. Ну отсюда лезть на конек, так она подтянет ее, тогда лезть на конек. Так бы сразу и сказали. Ну да. Поднеките на эту эмблему заехать. Остальное это легко догадаться, еще к чему. По-вашему ничего не будет, ему не дотянуться. Вот теперь залазь потихоньку и подтягивай ее руками. Нет, ребята, я не полезу. Сейчас он налез боится, или еще не понятно. Да. Легко это сказать, когда здесь летают они на секунду. А если эту лестницу поставить, туда потянуть? Эта лестница назначена только в трубе быть. А труба это колодец. А если ее поставить? Ну и поставь ее куда? Три шага шагнул, она переломилась. Во! Теперь давай, подтягивай маленько. Поднимай, да. Поднимать там надо чуть-чуть. Ух ты, ведь не упади. Ну-ка. У него лестница может поехать, это опасно очень. Ну, надо что? Еще одного сюда. Нет. Давай я залезу. Подавай. У него лестница катится по шиферу. Ну иди лезь, возьми второго. По шиферу катится, значит поставить маленько по-другому. Это я не приключил. Надо веревку с крючком. Есть веревка? Да все, сейчас сделаем. Ты будешь держать, я сделаю. Я, видишь, приподнимаю то и покатился. Просто увеличивается. Сейчас он поднимет его. Там веревочку, больше ничего не надо. И он оттуда залез бы и веревочку потянул. Что покатится, об этом даже и в мыслях не было. Казалось, что так спасает его лестницу. Ну а еще. И вот эту лестницу-то покажи какая. Вот они на нее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Здесь 24 ступеньки и ближе. А вот здесь только 14. 14 ступеней восхождения. А там 24 ступени опускания вниз. В колодец. Давай, Витенька. Маленько как-то бы вы на себя. Не давите, назад. Заведи. Маленько, назад сделай. Назад, назад вот. Просит. Вот так. Теперь. Говори когда. Давай, пошел. Во. Все, лезь наверх. Еще, еще, давай. Все, дальше никак. Все. Держи вот так вот. Чтобы никуда у тебя не пошел. Не бросай ни в коем случае. Я там еще не готов. Я держу, я не держу. Не крути. Смотри наверх, куда вилы твои пойдут. Ты что-то сейчас сделаешь такое, чего я даже не могу додуматься. Отойду. Я уже заранее знаю, что ты начнешь ее выкамуривать, в сторону вести. Сережа, держи эту лестницу-то. Держи руками и ногами упри. Витя, держись за шифер крепче. О, а на конек-то зайдешь, там уже все. Все. Теперь ты один потащишь ее. Перекидывай сразу через этот. Через конек. Все, наше. Это уже все.
Теперь потихоньку сдвигай, а потом по шиферу и спустишься без лестницы. Дай ему вилы. Сережа, тебе вилы дай сюда. Вот. Дай сюда, куда ты подаешь? Сбоку. Ну подавай, вот здесь, подай. Здесь, Сергей. Они коротенькие, ну. Все. Свою сторону дай. Поближе к трубе еще чуть-чуть. Вот этот отмахни его низад. Вот так. Все, нормально. Там можно потом будет гвоздышком где-то прихватить или проволокой. Как она держит? Да вроде держит, но надо бы прихватить, конечно. Ну, там гвоздями прибьешь. Никита, гвозди. Дай молоток. Ему где гвозди, молоток. Никита, там быстро. Заходишь направо. Выправи несколько. Можно на сотню гвозди. Два на сотню. Все. Без лестницы-то подаст, нет? Эта лестница нужна для ремонта трубы. Ну и на всякий, как говорят, пожарный случай. Это... В полном смысле пожарный. Ты можешь слазить лестницу. Забирать, вот мы там были. А потом я побоялся делать прямой угол. Поставить. Не знал как. И сделал маленько поменьше я его. Там, где хочешь цепляется. Надо сейчас посмотреть. Они прямые там гвозди, нет? Никита. Надо выпрямить гвозди. Прямые. Ты мне подай, наверное, вначале молоток гвозди. Да. Ну-ка сюда, Володя, подойди. Тебе сколько нужно гвоздей прямых? Подойди. Ну, получилось нормально. Надо же больше еще маленько развести. Вон она где. Видишь, цепляется. Угу. А он теперь это прибьет прямо. Парочку прямо. Отдай ему коробку. Ну не ворожи ты поскорее, это, ну что же это так? Ну шагни выше-то. Держи. Руку поднял, не достает и стоит. Понимаете, у вас все замедленное кино, в 10 раз уменьшенная скорость. Это ты быстро заскочил, подал, Витя прибил свет. Ну подай ему, лестница, а то уже забыл про нее. Осторожнее здесь. Понимаешь, Никита? На каждый день у тебя сотни моментов, которые никто не подсказывает. А я буду здесь просто держать. Ты подал, отвернулся и пошел. А ты бы не смотрел внимательно за его движениями, следи. Сережа, ты один не лазь. Лестница пойдет вниз, и ты упадешь. Держи его, Витя. Давай. Все, пошел. Ты медленно, Сережа медленно тоже делает. Мало ли чего. Там идет руки. Да потом подашь, сейчас зачем ты... Они могут сгодиться еще вам. Так, убери их в сторонку, если будет падать, чтобы рядом не было. Постели соломку, говорится, а ты вилы. Сверху теперь вилами. Да кто ж так ставит вилы-то? Ну вилы-то кто ставит так? Грабли так ставят, а ты вилы ставишь. Напороться? Вот, все. И теперь это, спускайтесь и напротив нее там ставьте. Я по ней спущу, сейчас прибью. В деревне жить все время соображать. И жить городскому жителю. Ни в какое сравнение. А Жириновский, да, они там за Уралом, да вот в деревне живут, вот такие-то они глупые. У него глупые, дурные рассуждения. Деревенский человек в десятки раз умнее городского. Городской что знает? Подошел, клозет дернул, он его, ну один там, который сантехник знает, а ничего не знает. Ему закрой сейчас оттуда воду, не давай электричество, все. Дерьмом задают, все заглушки сорвет. А в деревне он должен взять лопату, выбрать, пойти место. Да не так, что здесь кухня, а здесь сидят, пукают рядом. Срамота одна. Придешь в этот дом, так не знаешь, где оправиться. А здесь ее сделать, вон где туалет, вон, покажи. Так называемый сортир. Его продувает, и там даже не пахнет ничем. Я и маленький был, болел, меня привезли в город. Ну, я уж большой был, лет 5. А отец куда-то ушел. Там он ходил к первому секретарю, он инвалид войны отечественной. Я не знаю, какая у него группа. Вторая группа была, руки не было, там контужены. А я сижу. Он оставил, говорит, ты сиди здесь.
И я вижу, куда они идут, туалет-то. И мне сказали, они хозяева-то. А я сижу и думаю, как бы окошко-то не было, я бы сходил. А я отца ждал, пока стемняется. Я пойду, а они догадаются, зачем я пошел. Пятилетний ребенок, до городского 100% потом в уме нету даже. Они не понимают, это начало стыдливости, целомудрия. И я сидел до вечера, ждал, когда тятька придет. А тятя пришел, темно стало, теперь я уже и сам без него могу сходить. Вот состояние человека. А я-то еще-то не прошлое поколение, еще считай нынешнее поколение. Хозяева увидят в окно с кухни, куда я пошел. А сейчас кухня рядом, через стенку вот такую тоненькую, туалет. И вот сидит бумажка и шабаршит, и слышно, как сходить. Человек, естественно, он не по-другому ходит. Везде, хоть царь, хоть раб. Воды надо. Ну что воды? Краник открыл. А его не открыл. Не открыл, нет воды. Все, открыл, не открыл. Еще дальше-то есть. Звонить, а там никого нету. Ну и дальше-то, маленько продлить и дальше-то. Вы же, горожане-то ведь блокированы уже сегодня вот этими льготными условиями-то. На коляске. Такая коляска берет там полкилограмма и катит коляску из магазина «Мария Ра». Это вроде здорово. А что здорово? Вот Володя сегодня замесил тесто. Покажи сам себя. Сегодня будут выпекать. Сколько у тебя булочек-то? От кирпичей? Ну, 24? Штук 20 будет. 120? 20. 20. Примерно будет. У нас больше было 100. А в деревне, значит, надо найти, где есть вода. Там как-то раньше говорили искать так, говорит, рано поутру. Встань, говорит, ляжь на землю, бороду расстели по земле. Вот так. И смотри, где более зеленая трава. Это там, значит, вода ближе всего. Как найти воду? Никакое там лоза определяет. А теперь ее копают, да чтобы не обсыпалось. Какое дерево должно быть? Никто не знает, спроси. Самое гниющее дерево, которое здесь есть, это осина. А в колодец только осина и идет. Она не гниет там. Она столетия будет стоять. Из осины полы, только не красить их. Они мягкие, как ковер. Более 100 лет стоят. Вообще не требует ремонта, ничего нету. Знаете это? Нет? Кто знает, Марьёны идут, там на чем Исаакиевский собор стоит. Кто знает, какие водопроводы были при Петре Первом? Нам преподаватель говорила, сантехник преподавала, в Ленинграде тогда-то, не Санкт-Петербург был еще, проводили, натолкнулись на этот водопровод. Огромная лестница, их как-то они умели раскалывать, а потом выбирать ровно, соединять, стягивать обручами, и капля воды не выходила нигде. Прошло 300 лет, сейчас, если брать-то, 300 лет. Мы, говорит, разрубили, нам сказали, рубите, это уже негодно. Вода. И вода, говорит, такая, как будто сегодня только мы из родника ее пьем. Почему? Лиственница. Сколько надо было знать человеку, который добывает сам воду? В деревне у каждого свой колодец, вот здесь мы живем. Вот здесь колодец. Вот сейчас я показал, я лестницу, 24 ступеньки, это мы делали с Володей. Сейчас спустился туда, проверил, нет ли чего теперь, насос убрать. А электричества нет. Ворот крутит, вал такой, на него наматывается цепь. Ну, как кто не знает, уж я подробно объясняю глупым горожанам. Это я беру только взять воды и в туалет сходить. А остальное-то поесть-то нечего. На дачу-то электрички не ходят. Вот в один момент все отрезают. Электричества нету, по электростанции ударили, провода оторвали. И ничего нет. А здесь никуда не надо. Вон она, хозяйка молодая. Она у нас вышла. Уже крыжовник проверяет. Пожалуйста. Ей не надо ехать на дачу-то. Это наша и Анна. Это обихаживает пока. Брат наш, Виктор, это заслуженный деятель лагеря. Сотни и сотни детей прошли через его руки. Вот что так. Вот это. Сережа, залезь-ка к нему там, возьми. Помоги слезть ему. Слазить можно так, по краю. У него тут шифер-то на досках, нет? Нет, может обломиться. Я думал, он на досках. Подними лестницу и сними. А я поясняю пока, ты показывай. Вот, хлеб. Хлеб, пшеница рядом, своя сеяли. Какую-то рушалку все равно сделали мы. Старые чугуны брат у меня набил мелконькие в один срез. Чурки такой вот. А вторую крутит и на ней. А туда сыпется, все сделал, сверху жестью обил. Своими руками. Все.
абсолютно все. Вот. А вот видите, вы же из города брали вот это. Да, из города брали. Это свободно обходились. Глина, солома, Египет. Глина, солома, вода, рабство. И когда выводил Господь. А те, которые живут в городе, то они ничего не имеют. Привезут в магазин, во сколько открывается. Его открывать не будут в магазин, там нет ничего. Его растащили. Жить в деревне не только интересно, это безопасно. Государственная безопасность. Это села. А их уничтожено. Там какая-то Заславская или кто, профессор, посоветовал укрупнять. 21 тысяча, ну это устаревшие данные, сел, где валенки катали, сапоги шили. Все было. В каждом колхозе, это у нас маленький, всего тут ну, 150 дворов-то. Их не было, даже 150 дворов. А здесь две свинофермы, две конные, кажется, было, или одна там была. Молочных гуртов не один, телята, овечки, колхозные, не участников, колхозные. Все было, все абсолютно было. И это везде, по всей стране. Ну все, я не говорю восстановить, ничего не восстановить и нельзя, вон они наши братья. Все, Виктор сегодня только заказал нам эту лестницу, уже она лежит на месте. А в городе куда он полезет? Течет крыша, о, алло, там, домком. Алло, помогите, течет. Друг друга заливают водой. Здесь никто не заливает ни разу. Оторвалась шиферина какая. Из камыша у нас шалаш сделали. Ничего течет. Где мало положили, там немножко капает. Весной добавим. Просто не хватило нам сил. А городской житель, он совершенно ничего не имеет. А спички откуда? Без спичек. Труд. Искра. Умели зажигать. И притом не один, не два. Где спички брал Карп Осипович Лыков на этой базе на своей? Где? В загнетке маленько хранится. У нас тетка лесовета, она выйдет утром, смотрит, у кого дым идет. Она идет. И идет, ничего не берет, с ладошками. В ладошки углей наберет и домой тащит. Перекидывает сурки на руку. Она не святая. Спаси Христос. Слава Христу. Все Аллилуйя. На месте. Аллилуйя. Теперь решай, когда с спичкой. Чтобы все приготовлены были, чистить каналы на мягкой проволоке, это, ну, тряпка как делается. Проволоку надо такую. Ну да, жесткую. Чтобы она сгибалась. Я буду только определять, как опытный хирург, где резать. Не мое дело сшивать и прочее это. Все остальное ты сам знаешь, один делал. Эта печь не моя, я ее не делал, и поэтому Миша не нуждался в нас, ему так и сделали. Которые делают, они не печники. Печь сделает. Печь-то как делается? Делается свод круглый. Теперь пот поднимается там. Вот, допустим, печь, длина 89. Я, к примеру, говорю, 89. А здесь ширина печи должна быть 76. Понимаете? Это огонь. Эти данные огонь дает. Здесь пот должен маленько подниматься. Под это на чем самый низ-то. И там зад должен быть повыше. Для чего? Чтобы кислород шел туда легко. Но... Там, если замерить, и здесь, внутри, когда у нас вот идет, там 51, а здесь, кажется, 48. На 3 сантиметра должен быть ниже, чтобы огонь шел туда, и там главный жар сзади был. Они ничего нет. Угольники положили, между угольниками кирпичи, все ровно, ну и все, труба стоит, а огонь летит в комнату. Они не печники, шабашники. Эти данные не мною придуманы. Я учился в строительном техникуме, закончил, прорабом был. Я 40 лет ложил печи, но у меня нет таланта изобретать. Я ничего не мог изобрести за всю жизнь, да и не старался. Я доверял, что опыт столетий, который вложили в книги, у меня хватало мудрости, то есть тупости моей, понять, что мне не дано, и впереди меня жили люди мудрее меня. Это я абсолютно точно знаю, и поэтому я старался заучить, на практике проверить. И с моими печами ни одна печь не могла конкурировать. За мной гонялись по всему городу и по краю. Любыми путями увезут, неизвестно куда привезут, накормят, больше дадут. Почему? Потому что я брал меньше, дальше, тепло до самого полу, и тонны полторы угля еще сэкономят. Что тут говорить-то? Ни при какой погоде не дымит. Ты сам со своей печкой. Какая тебе была беда бы? А почему? Потому что это, то, что я говорю, это опыт был, опыт. И этот опыт надо перенимать. А потом попытаться сделать лучше. Велосипед, говорит, не изобретают. Я говорю, 40 лет печником был. Две печи от фундамента до с трубой выкладывал за день.
но изобрести ничего не мог. Нет, я бесталанный на это дело. А работать? Ну, работать меня отец, мать приучили. И нужно всегда делать так, вот у тебя сегодня ты только начинаешь жить. Одного нету, другого нет. Добывать всегда, как бы сказать, с запасом. Чтобы у нас написано, как в уставе, не быть господином дай. Дай, ты приходишь и все время меня просишь, а можно взять? Тебе не надо спрашивать. Все лагерное имущество, не считая там постельное, которое там, а продукты, которые все, это все тебе доверено. Тебе там сколько подушек могу дать, какие они у нас там есть. Вот что в силах ты заслужил, это есть. Но старайся, чтобы у тебя было с избытком. Две пилы, не одна, а две, кто-то пришел. Вилы не одни, а двое, кто-то пришел. То есть блажение давать, нежели брать. Ты попросил... к черенкам, вот, посмотри, уже принес. Ты сегодня утром помянул только. Пожалуйста, береза — это твердое дерево. Это вот из березы сделали лесенку, мы тебе тоже ее оставим. Вот. А это вот ты посмотри, какие есть. Когда будешь лопату насаживать, та сторона, которая забиваешь туда, заостришь, к лопате ее не трогай ту сторону, она должна именно прижиматься вплотную. Да, я знаю. Знаешь. А которая тяпка, с любой стороны, не имеет значения. Так. Уходим. Спаси Христос. Аллилуйя. Аллилуйя. Видишь, как хорошо. Хорошо быть братьям вместе. Лестницу я тебе говорил куда. То вот она где прогиб у нее, сделай так, чтобы прогиб был в другую сторону, чтобы она выправилась. Ну, когда будет висеть, по прямой линии висеть. Длинные ж гвозди забил, повесил ее, чтобы она касалась почти фундамента. Тебя она почти незаметно была из-за ограды. А она может потребоваться. Нам-то она не требуется. Это мы сделали для Таниного колодца. А железную никогда не трогать. Ну да. Все. Ну остальное сам смотри. Вот сейчас, если они пробьют все это, вот видишь, проходит где-то. Установить столбы, поставить ограду. Ну не бабки же ставить это. Ясно, что вам один Володя ничего не сделает, он уже пенсионер. А то это вы все быстро выправите. Столбы какие есть, там еще есть. Сейчас столбов много. У Тани в этом. Ну, как поворачиваешь, мы в прошлом году пилили и туда выкидывали. Лежат кучами там. Наши еще где-то есть столбы. Смолите их и ставьте. Вот я насчет малины говорил. Ты не говорил о сюда? Нет. Нам мы подойдем сегодня к вам, часов 5. Хорошо. Все, скажи, если посуду никакой маленькой возьмет, сама поест. Пусть ознакомится, любит нашу окрестности. У нас дикая малина, так все богато. Да, сады. Сады рядом здесь. Понятно. Мы ходили, малина, она скоро кончится, ветром обшибает и вот так. А этот-то вот куда-то вывезти или как трактор возьми, он никуда не нужен. Вот. Постепенно это все это уберется, это сохрани, может потребуется собачка будет какая-то. А что какая-то, шарик? Шарика возьму я. Шарик. Ну и серенького котика с этим, со своим, с белым. Постепенно прикорми и долго не выпускай, чтобы они не потерялись здесь. Они будут идти туда. Петух-то какой красивый. Да. Ой, как он на скрипке играет. Вот подойдет к курице. Главное бегать неохота за курицей и кричить: нашел, нашел. Она со всех ног несется, а у него ничего нет. Видишь, как запутался. Ой, ой-ой-ой. И борода-то у него какая хорошая. Ну, курица и петух отличаются. Почему мужчина от женщины не отличается? Гомосеки окаянные. Садомляне. И вот у него сколько куриц, и ни одного петуха под каблучника не найдешь. Ни одного. У него гарем. Да мало того, еще старается у соседа маленько прихватить. О! А вот эта жабота у него вверху-то, смотри, как она движется и не загибается. Подошел я маленько, на скрипке сыграл и пошел. Красота! Наш отец как-то приехал в Ребриху, а Аким там жил, на второй этаж залез. Фу, да чтоб я приехал сюда. Лежит целый день, глаза пущешь тут. Один день пробыл и стомился, а дома петушок поет, гуси гогочут. Он прожил, он... А я что бы там делал? Ну все, принял. Спаси Христу. Ушли. Мы с Володей там будем. Ты подсказывай Никите больше. Какие деревья рубить? По железу не хватать топором. Уходит.